Работа, осуществляемая в деле обеспечения занятости населения, рассмотрена в ходе парламентского часа. Это один из действенных механизмов парламентского контроля. Говорит об этом и спектр поднимаемых на нем вопросов. Например, предотвращение бюрократизма, допускаемого на местах, реализация мер, способствующих обеспечению граждан работы и повышению спроса на рынке труда. Кроме темы занятости, в ходе слушания звучала информация по осуществляемым работам в сфере здравоохранения. Правительственный час, а затем и парламентское слушание состоялось в здании Олий Маджлиса. На этот раз в центре внимания оказались темы, касающиеся здравоохранения и занятости населения. Темы выбраны не случайно. Парламентарии изучали состояние данных сфер не только на местах. Были изучены обращения граждан, поступивших в электронном виде. Внести ясность и ответить на многочисленные вопросы членов Нижней палаты были приглашены министр здравоохранения Республики Узбекистан, а также министр занятости и трудовых отношений. Парламентариями был заслушан доклад министра здравоохранения. Им был предоставлен полный отчет не только о финансах, но и о состоянии материально-технической базы, кадрового потенциала, а также повышения доступности и эффективности медицинской помощи. Министр здравоохранения Республики Узбекистан проинформировал о том, что в области лекарственной политики предприняты меры по поддержке отечественных производителей фармацевтической промышленности. С целью цифровой модернизации здравоохранения в скором времени планируется внедрение медицинской информационной системы, что позволит перейти на безбумажный формат работы. Финансирование на 2018 год увеличилось по сравнению с 2017 годом на 40%. В рамках программы «Абот Кишлок», «Абот Махаля» предусматривается капитальный ремонт и реконструкция ряда медицинских учреждений. Вместе с тем проблемы остаются. Например, необходимо усилить материально-техническую базу сельских врачебных пунктов, укомплектовать оборудованием и лекарствами бригады скорой и медицинской помощи, развить фармацевтическую промышленность, обеспечить высококвалифицированными медицинскими кадрами и так далее. В центре внимания депутатов были вопросы, поднятые на прошедшем под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева видеоселекторном совещании. Тогда глава государства отметил о необходимости адресной и системной работы с молодежью, создания достойных условий и обеспечения занятости. Как подчеркнул в своем выступлении министр труда, в январе-мае месяцах текущего года по республике создано около 213 тысяч рабочих мест. По словам министра, цифра могла быть и немного другая, если бы отдельные отраслевые органы не допускали инертность и медлительность. Речь идет о работе местных хакимиатов. Прогнозные показатели, намеченные на первый квартал текущего года по организации постоянных рабочих мест, не выполненные в Янгиабадском, Заминском, Арнасайском, Шавацком, Бишарыкском, Зангиатинском, Учкуприкском, Алтарыкском и Хатырчинском районах. Не остались без внимания вопросы, касающиеся внешней трудовой миграции за период 2018 год. Говорилось и о недопущении случаев использования какой-либо формы принудительного труда.